Позитивное мышление – это один из толпов успеха. Еще одна важная основа – это благодарность. Каждый успешный человек постоянно испытывает глубокую благодарность за все, что у него есть. Ведь это очень мощное чувство, которое привлекает все самое хорошее в вашу жизнь, которое помогает вашим мечтам осуществиться. Казалось бы, легко быть благодарным, когда все хорошо. А когда в кармане ни гроша или проблемы в семье, испытывать это чувство очень сложно. Ты не понимаешь, за что благодарить. В тяжелые периоды большинство людей концентрируются на негативе, на своем недовольстве ситуации. Запомните, свое нынешнее положение вы заработали собственными мыслями и действиями. И сделали это не сейчас. Та ситуация, в которой вы находитесь в этот момент, это результат ваших предыдущих мыслей и действий. И нет смысла ее оценивать с точки зрения плохо или хорошо. Она такая, как есть. Вы сами даете ей оценку, называя ее положительной или отрицательной. Прошлое не изменить. И результат того, что у вас есть сейчас, вы тоже поменять не в силах. Поэтому сосредоточьте свое внимание не на том, что вам не нравится в нынешнем положении вещей, а на том, чего вы хотите достичь в будущем. Ведь именно сейчас вы его создаете. Завтра, через неделю, через год вы получите то, над чем вы начали работать прямо сегодня, прямо сейчас. И создавать свое успешное будущее гораздо проще, если мыслить позитивно. А для этого вам достаточно поблагодарить мир, природу, Всевышнего за все, что у вас есть. Возможно, вы удивитесь, но у вас прямо сейчас есть множество вещей, за которые вам стоит быть благодарными. Мы живы, у нас есть способность мыслить, мы можем видеть небо и солнце. Казалось бы, простые вещи, но многие не имеют этого. А кто имеет, часто не обращают на это внимания. Подумайте о том, что хорошего есть в вашей жизни. Составьте свой список вещей, за которые вы благодарны. И благодарите. Каждый день. Как только вам захочется пожаловаться, начинайте благодарить. Когда вы будете активно благодарить жизнь за то, что имеете, вы будете получать все больше и больше хорошего. Это один из самых мощных способов привлечения успеха в свою жизнь. Используйте чувство благодарности для того, чтобы привлечь в свою жизнь все, что вы захотите. Более того, когда вы искренне верите и убеждены в своих способностях достичь успеха, вы начинаете заранее испытывать за это благодарность, тем самым питая еще больше свою веру и убежденность. И тогда ничто не сможет противостоять вам на пути к успеху. Ваша жизнь меняется прямо сейчас, и только от вас зависит, какова она будет. Сознательно и настойчиво создавайте свою прекрасную и успешную жизнь. Шаг за шагом вы обязательно достигнете всего, о чем мечтаете.